На территории России приостановлено движение 200 украинских грузовиков. Как сообщило Министерство транспорта, ситуация с блокировкой движения российских фур на территории Украины продолжает оставаться неурегулированной. В связи с этим Ространснадзор продолжает осуществлять контроль в отношении украинских грузовых транспортных средств. Напомним, 11 февраля в Закарпатской области была объявлена бессрочная акция по блокировке движения российских фур. Затем к Закарпатью присоединились многие другие украинские регионы. Участники акции требуют официального запрета движения российских грузовиков по территории Украины. 14 февраля в ответ на эти действия Россия также приняла решение приостановить движение украинского транспорта. Сложившуюся ситуацию прокомментировал премьер-министр Украины Арсений Яценюк, обвинив Россию в этом решении. Россияне заявили, что запрещают въезд украинских грузовых автомобилей на территорию страны. Украина просит объяснить, на каком основании было принято это решение. Поскольку Россия не дает четкого ответа на этот вопрос, ситуация остается нерешенной. Разрешения на транзит с нашей страны не будет. Я требую от России не только объяснений, но и отмены незаконного запрета на движение украинских грузовиков по территории государства. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что блокировка движения российских фур – это полное нарушение международных правил перевозки. Председатель правительства также осудил действия украинских властей. Но мы с вами понимаем, за все, что происходит на территории Украины, отвечает украинское государство, которое, к сожалению, не способно навести порядок. То, что какие-то молодчики там останавливают фуры, пользуясь в том числе огнестрельным оружием, означает, что власти на Украине нет. Или, иными словами, у власти находятся вот эти экстремистские группировки, которые либо подчинили себе государство, либо, во всяком случае, государство на них никак не реагирует. Это безобразие, это нарушение всех международных правил перевозки. А на это нужно адекватным образом отвечать. Прошу продолжить консультации по линии МИДа. Естественно, Министерство транспорта, нашего посольства, в случае необходимости вы подключаетесь. Но терпеть это безобразие нельзя, поэтому вот эти ответные меры, которые были приняты для того, чтобы побудить украинскую сторону с этой ситуацией разобраться, дополнительные контрольные полномочия необходимо использовать в настоящий момент в отношении всех видов транспорта, которые двигаются с территории Украины. Если они не способны навести у себя порядок, то мы вынуждены будем на это соответствующим образом реагировать. Надеюсь, что в ближайшее время ими будут предприняты все необходимые меры для того, чтобы восстановить нормальный грузопоток и транспортное снабжение, и транспортные действия, все необходимые в этом случае, будут предприняты.